Русская православная церковь запретила ад. Квест «Ад Данте» должен был пройти на территории музея погребальной культуры. Заявку на участие подали почти 400 человек. Однако, по информации авторов квеста, представители РПЦ игру вблизи крематория сочли осквернением мест захоронения. Организаторы вынуждены были мероприятие отменить, хотя и не понимают, в чем суть претензии. Там неправильная формулировка даже. Потому что мы ни в коем случае не делали на территории крематория. Мы делали на территории музея, мемориальной культуры. Мы не трогали крематорий, мы не трогали захоронения. Мы не хотели как-то даже это задеть. То есть пляска на костях, как многие комментаторы пишут или где-то еще. У нас не было такого, мы даже к ним не подходили. Этот квест должен был стать второй частью игры, которую в Музее погребальной культуры устроили в начале марта. Тогда участникам предложили пройти все круги ада. Как подчеркивают авторы, это игра по мотивам литературного произведения «Божественной комедии Данте». Окончательно квест не отменили, его перенесли на 30 апреля и сейчас подбирают другую площадку.